4 февраля была приглашена на митинг. Честно, благородно, мы выполнили все, чтобы выразить свое беспокойство. Обманули, не заплатили. Приехал заказчик, сказал, я платить ничего не буду. Развернулся и уехал. До этого я был на митинге у Жириновского. Ну, вроде так было все организовано, даже флаг там дали. С Яблоком работал, с ЛДПР работал, с Прохоровым работал, но никогда там обмана не было никогда. С «Единой Россией» первый раз я работаю, и первый раз такой обман. Никто не ожидал от «Единой России», что она будет обманывать народ. Ну, вроде как бы честные граждане. Никогда не ожидала столь глумливого и циничного отношения. «Единая Россия», верили ей. В данный момент мы ей уже не верим. Обещали по 1000 рублей за митинг, не заплатили ни копейки. Что я решил? Да пропади ты пропадом. Только Жириновский, не нужен мне этот Путин, обманщик. Я хочу извиниться перед людьми, которые простояли столько времени и не получили деньги. Многие думают, что я их обманул. Ну что ж, думайте, что хотите, но я извиняюсь перед вами. Я работаю не первый год, никогда еще никого не обманывал. Я сделаю все возможное, чтобы вы получили деньги.